Льюис против Волкова. Битва титанов UFC уже скоро. Эти бойцы – мастера нокаутов. Кто устоит на ногах в этот раз? Переходи на Podimatch по ссылке в описании, ставь на сильнейшего и получи денежный бонус. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала Red Fury MMA. Сегодня у нас в выпуске нас ждут бомбовые новости, поэтому мы не будем затягивать и сразу приступим к ним. Давайте, поехали! Президент UFC Дана Уайт разослал интересные приглашения. В TMZ Sport он сообщил, что пригласил Дональда Трампа и его российского коллегу Владимира Путина на бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в качестве VIP-гостей. Однако Дана понимает, что из этого ничего не выйдет, несмотря на хорошие отношения с Трампом. К тому же, по словам Уайта, принимать на турнире таких гостей – это настоящий кошмар с точки зрения безопасности. Но Трамп уже заверил то, что обязательно будет наблюдать за поединком в формате pay-per-view. А мы переходим к следующим новостям. В недавнем интервью отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сообщил о том, что у него до сих пор не решен вопрос получения визы. И вот что он говорит. Но насколько я понимаю, что вы опять будете смотреть этот поединок из России? Я думаю, нет. У нас есть еще одна возможность. Мы в ближайшие дни уезжаем в Европу, постараемся получить визу. Посмотрим, что получится. Если я получу визу, я буду у Хабиба. А если нет, я буду у себя Лондон Каприз. Вокруг себя соберу всех родственников, ближайших моих друзей, специалистов, я думаю, журналистов. А теперь самая бомбовая новость сегодняшнего дня. Боец лиги WFCA и клуба Ахмат Башаев Заурбек сообщил очень интересную новость на своей странице в Instagram. Подробности касаются именно получения визы Майрбека Тайсумова. И вот что было написано. Боец UFC, которого боятся Штаты. До конца не давали визу, но по воле Всевышнего сегодня узнал от Майрбека, что вопрос с визой решен положительно, сообщил на своей странице Заурбек Башаев. Однако через какое-то время информация была изменена. Возможно, сам Майрбек Тайсумов официально объявит об этом в ближайшее время. Теперь для Майрбека открываются огромные двери, чтобы показать свой уровень в топ-15 UFC. А против кого вам бы хотелось увидеть Майрбека в первом бою после получения визы на территории США? Свои ответы пишите в комментариях, нам будет очень интересно послушать ваше мнение. А на этом у меня все. С вами был Red Fury MMA. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всегда будьте в курсе событий из мира смешанного единоборств. Всем пока! Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell them don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. Waste man waffling down my phone. True. Tell them don't waste my time.